Baden, Baden, Baden wollen wir gehen. Das Wetter ist so schön, drum lasst uns schwimmen gehen. Играет старый патефон, пластинка чуть скрипит. Уносит в зазеркалье он, а песня в мир летит. Патефон – переносное механическое устройство для проигрывания пластинок. Сегодня он – герой наших антикварных заметок. Слово «патефон» происходит от названия французского производителя «Патэ», которая первой начала поставки таких устройств в Россию. Фон в переводе на русский язык – звук. Патефоны и пластинки Патэ к ним завлекала реклама дореволюционных торговых домов. А вы знаете, что слово патефон было в ходу только в нашей стране? В других государствах его называли иначе – графофон, фонограф или просто говорящая машина. Патефон – изделие военное. Первоначально он был предназначен для развлечения английских солдат на позициях. Первый экземпляр был снят с конвейера в 1913 году. Патефон – изобретение гениальное. Имея сравнительно небольшие размеры, он умещался в чемоданчик и, совершенно не нуждаясь в электричестве, мог выдавать звук громкостью 80-100 дБ. В чемоданчике предусмотрен отсек для хранения игл и пластинок. В целом патефоны были созданиями хрупкими. В качестве привода применялся пружинный двигатель. Заводить его надо было очень осторожно, чтобы не разорвать пружину. Одного завода хватало на прослушивание одной пластинки, а это примерно 5 минут. Уровень громкости не регулировался. В советское время производство патефона освоило более 10 отечественных заводов, в том числе 6 специализированных. Наш патефон – производство Молотовского телефонного завода, город Молотов, ныне Пермь. Аппарат, предположительно, начало 50-х годов. В России патефоны распространились невероятно быстро. Почти каждый житель страны имел дома такое устройство. В советской действительности телефон стал буквально каким-то культовым явлением. Легкий мягкий шорох и трепетное шипение при проигрывании пластинок не мешало, а наоборот создавало особую, теплую атмосферу дружеской компании. В антикварных заметках использованы стихотворения Андрея Теплова и материал из книги Алексея Митрофанова «Московская старина».